Осторожно, коллега, мы приближаемся к железнодорожному переезду. Шеф, а может проскочим? Нет, коллега, переезд слишком опасен. Вы заметили, коллега, как опасен переезд, когда шлагбаум опущен? О, заметил, шеф. И когда поднят, тоже. Итак, мы с вами уже узнали, что дорогу надо переходить на зеленый сигнал светофора. Ну вот, видите? А правильно, дорогу надо переходить так. Посмотрели налево, посмотрели направо, и только на зеленый свет дружно переходим дорогу. Но все-таки лучше пользоваться подземным переходом. Итак, коллега, мы с вами уже знаем, что нельзя переходить улицу, где попало. Попало. Это можно делать только там, где есть светофор. Светофор. Или зебра. Зебра. Но светофор и зебра – это еще не все. Должен гореть свет. Не красный. И даже не желтый. Гореть должен зеленый свет. Ясно, коллеги? Ясно, шеф. И еще, мне видите приснился сон. Это было как на еду, но только на луне. Я там собирал выжив, ягоды, иногда трава. Как вдруг произошла высадка американцев на луне. Я начал распереживаться и стал прятать ягоды, иногда трава, куда попало. Но место, куда попало, было много. В гламур, собственно говоря, шеф, это и все, но... Алло, алло. Ой-ё, куда это я заехал-то? Не волнуйтесь, коллега. На такой скорости он от нас далеко не уйдет. И правда, шеф, далеко не ушел. И ему крупно повезло. Превышая скорость, он мог уйти от нас навсегда. Шеф, а для чего это? Представьте, коллега, что вас только что принес аист. А вот представьте, коллега, что кресла нет. По новым правилам, коллега, аист приносит детей тем, у кого есть специальное детское кресло. А если кресла нет, то в таких случаях аист детей уносит. Смотрите, шеф, на дороге кот! Это не кот, это пешеход! Пешеходы бывают большие и маленькие, но уступать дорогу нужно всем! Как вы думаете, коллега, слону понравится наш подарок? Да, но похоже, наш подарок мешает движению. Нет, коллега, мы движемся в нормальном скоростном режиме. Шеф, а как же подарок к юбилею слона? У слона еще будет много юбилеев, коллега. А тому, кто выезжает на встречную полосу, не до юбилеев. Черный кот – плохая примета. Шеф, он хочет пересечь двойную сплошную полосу. Это недопустимо, коллега. Самая плохая примета – не черный кот. Никогда не пересекайте двойную сплошную. Yeah.
Шеф, да, шеф! Похоже, Карбофос пробил нашего слона, а теперь пытается скрыться. Не волнуйтесь, коллега, мы лишим его водительских прав. Я лечу, лечу. Пьяному за рулем не место.